Потенциальных претендентов было 7. Два самовыдвиженца, Александр Федулов и Евгений Прониченко, отказались от участия, сообщив о своем решении в избирком. Выбирать курянам из 5 кандидатов, выдвинутых от политических партий. Это Бобовников Алексей Николаевич. Это кандидат, который был выдвинут коммунистической партией КПРФ. Это Вакарев Артем Васильевич. Выдвинут был коммунистической партией Коммунисты России. Золотарев Алексей Михайлович. Кандидат от Всероссийской политической партии Единая Россия. Куракин Анатолий Александрович. Выдвинут был от политической партии Справедливая Россия. И Таманов Алексей Юрьевич. Выдвинут был от политической партии Либерально-демократической партии ЛДПР. Следующий этап агитации в СМИ стартует 15 августа и завершится в полночь 12 сентября.